на канале Клевая рыбалка. Сейчас чертика опустим. Чертик, давай, чертик. Чертик, так. Дави. И чертика. Вкусный чертик. Есть. Вот дом ее поймать. И не скрылись на что-то вообще не хочет брать. Абсолютно ничего. Ганя, так, давай мормышки тогда. Машка, мормышка, давай подбросим. Давай, делай так. Делай так. Чем мормышка? А, лобельставать не делай. Ну, никуда хана. Да. Есть. Аккуратнее. Спасибо. Давай открывай дверь, ага. Сейчас я его туда выкину. Первый сегодняшний день лов мешка. Владислав Дмитриевич даже с почином поздравил. Спасибо ему за это скажем. Так, сработка. Надо пойти, вытащить.
Так, снова сработка. Сейчас посмотрим, может холостая. Ну, на холостую не походит, потому что видно, что брыкался тут, дергался. Есть, сидит. Сидит. Давайте его отцепим, освободим. Опять война начинается тут у меня. О, что такое? Угу. Немножко стравливаю леску, чтоб ну что, дорогие друзья, третья щука. На сегодняшний день вот такая вот. Но так как сейчас уже наживки у нас нету, когда поймаю, заново поставим эту жерлицу. На этих пока сработок нету. Есть эта рыба?
Еще один жерличник упался. Сейчас пойдем на жерлицу поставим. Пусть там пока полежит. Еще подошли. Чертиком интересуется. О, чуть-чуть не взяла. Мушку на хаватых. Кажись, мушку взял. Есть, взял мушку. Так ему и надо. Взять. Есть. Эх, сошел, а. Взял чертика, да, сошел. Самодельный черти и ехтен. Так, работала жерлица опять. Сейчас пойдем откутывать. Потом сюда зарядим нового. Пока жерлицу там. Жерлицу не сломала, надо быстро бежать. Дикий дайнер. Так, посмотрите, вот уже жерлицу почти затащил туда вовнутрь. Хочет туда утащить мою жерлицу. Думаю, мы ему не дадим это сделать. Сейчас чем ближе будет подходить, тем он сильнее будет сопротивляться. Очень большой. Чувствую. Ага. Совсем не хочет входить. Леска руку аж на обжигает. Ага. Но мы его все равно вытащим. Ему с этим все придется смириться. Ой, попался большой. Сейчас я заряжу сразу сишка, которого вот только что поймал, пока он живой.
так я делаю вот. Ни одна щука еще не ушла. Этот самый крупный. Почти что. Война войной, ребят, по расписанию. Война войной, ребят, по расписанию. Приступаем. Сейчас пообедаем, по пути будем рыбачить, да? Кому же за обедом повезет больше, да? Или просто повезет? Не успел купить, где?
Голова должна влезть. Так, все, так, все, где, 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 нормально. Где, 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 нормально. Итак, вот такой сегодня был сюжет, коротенький. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Рыбы поймано сегодня хорошо, в основном щуки. Сишков сегодня мало. И вот сейчас две жерлицы последние. Вот. Проверим. И все. Вот. Только что вот это ударило. Та тоже недавно. Вот такой вот экземплярчик, чуть поменьше. Сейчас давайте проверим вон ту жерлицу. В принципе, из четырех жерлиц три сработало сегодня. Одна четвертая, последняя, самая крайняя, тишина. Но я ее и не поправлял сегодня, если честно. Как зарядил, так и стоит. Так, здесь видно, что сработка не ложная, и рыба сидит, довольно шустро брыкается. Ага, и не маленькая щука-то.
Щука-то не маленькая, друзья. Мало того, она там все обмотала вокруг рта, видать, опять. И стала боком как-то, юзом. Чувствую, придется с ней попотеть. Боком встала. Это плохо. Это очень плохо. Чревато это тем, что рыба может уйти. Так, ладно. Сейчас будем с ней разбираться. Так, ну что? Вот все-таки мне удалось вытащить эту щуку. Вот там крючок внутри в глотке хорошо сидит. Он обмотался, накрутил, поэтому боком встал. Мне пришлось воткнуть опять багорик в ту же прорубь. Я даже багорик сломал. Вот. Пластиковый багор не выдержал. Сломался. Ну вот такая сегодня рыбалка. Получается, я поймал одного сишка и 6 щук. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Всем спасибо, всем пока.